Доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами я, Костя, и сегодня я начинаю прохождение игры Dark Souls 2. Что стоит отметить? Играть я в нее уже буду не первый раз, не так давно я начинал в нее играть, начинал играть за мага, прошел относительно немного, фактически две первые локации, ну и немного еще несколько локаций. И сейчас я решил начать заново, но уже за воина. Итак, начинаем. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar? No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Flame. Your wings will burn in anguish, time after time. For that is your fate, the fate of the cursed.
Итак, заставочку мы просмотрели. Думаю, комментарии к ней не нужны. По крайней мере, для первого раза, для первого прохождения на запись, думаю, стоило ее включить, не пропускать. Начало. Наверное, стоит показать, какое у меня управление стоит. Стандартное мне как-то не понравилось, поэтому я его немного изменил. Но вот минус Dark Souls в том, что здесь нельзя поставить полностью удобное управление. Почему? Потому что, ну, к примеру, что у нас тут? К примеру, перекат. Варианты здесь сомнительные. Нельзя просто поставить его на какую-то кнопку. Ну, точнее, можно только на правую или на левую. А вот на кнопки клавиатуры нельзя. А нажимать Ctrl и правую кнопку мыши как-то не очень удобно. Смена оружия тоже нельзя поставить на какую-то кнопку мыши. Alt и колесико мышки тоже, как показала практика, можно даже сказать, очень неудобно. При том, что колесико мышки просто прокрутка, она сменяет, ну, когда я за мага играл, то заклинание. То есть не просто можно вперед-назад крутить и следующее, предыдущее. А тут не так. Тут вперед это смена заклинания, назад прокрутка это смена нижнего предмета. То есть вот ячейки. Верхнее там заклинание, нижнее это предмет, который можно использовать. Конечно, учитывая то, что Dark Souls изначально разрабатывался под консоль, то в принципе оно понятно. Хорошо хоть так портировали. Могло быть и гораздо хуже. Ну вот поэтому с управлением здесь, конечно, беда. Ну, не такая уж сильная, но неприятно, можно так сказать. К этому надо привыкать. Так, тут у нас есть крысы. Наверное, многие вначале захотят их завалить, но это может быть опасно. Или это не крысы, хрен знает, что это. Какие-то суслики. Но это может быть опасной идеей. Если эта стая накинется, то добром это не кончится. Что у нас тут? Ржавая монета. Ну, стоит сказать, что, по крайней мере, в первых двух или трех локациях я всякие нычки уже знаю. Конечно, интереснее всего проходить ее в первый раз, и больше всего эмоций. И жалко, что я первый раз не записал прохождение. Но тем не менее, по крайней мере, за воина я играю первый. Ну, пока еще я не воин, пока еще я полый. Играю я первый раз, поэтому тоже в каком-то роде первый раз. Но попробуем кого-то из них грохнуть. Правда, без оружия может туда и не получиться. Не так-то просто еще. Вот замага. Замага их можно было бы легко магией достать. А вот таким
оружием ближнего боя или руками, их проблематично достать. Ладно. Так, можно долго за ними гоняться. Здесь у нас тоже кое-что есть. Уже можно по следам понять, что там что-то очень серьезное. Я сначала вообще подумал, что это какая-то крыса гигантская, когда первый раз играл. Но это не крыса. Кстати, из-за мага ее относительно легко можно убить. А вот за воина я пока что не представляю, как я его буду валить. Здесь у нас еще есть кое-что. Я, кстати, первый раз, когда играл, я заметил эту нычку вот отсюда, с мостика. Но я долго не мог понять, как туда пройти. Думал отсюда прыгнуть сначала. Как-то незаметно вот этого прохода, но потом заметил. Так, снаряжение у нас пока что... А, нет. Кое-какое есть. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Вот здесь и начинается создание персонажа. Мой стандартный ник. Supposed to be. Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Конечно, фигурка не очень похожа на человеческую. Ну ладно. Итак, ну что здесь? Класс. Я играл, как я уже говорил, за колдуна. У нас тут что еще есть? Странник, нищий. Вот я, кстати, думал за нищего сыграть.
Но это будет довольно хардкорно, учитывая то, что у него ничего нет, и уровень у него первый. По сравнению с тем, что у остальных уровень, ну, не меньше 10. Я думаю, я сыграю за нищего, но уже после того, как за воина. Кстати, я думаю, за воина тут, в принципе, 4 варианта. Или разбойник, или мечник. Кстати, чем у нас разбойник? Хорош. У него самая высокая... Я уже не помню... Что это? Стойкость или... Не помню, уже надо будет потом посмотреть. Мечник у нас ловкостью хорош, 16 ловкости. Рыцарь... Рыцарь с жизнями. Ого, кстати, у мечника здоровье очень низкое. Даже меньше, чем у колдуна, странно как-то. Рыцарь с здоровьем. Кроме этого, еще вера. Хотя странно, как-то у разбойника вера тоже. У воина интеллект почему-то выше, чем у рыцаря. Как-то, в общем, неоднозначно все. С эти параметры. Силы больше всего у воина. Хотя, казалось бы, у разбойника должно быть больше всего силы. Так, ну, наверное, я начну за рыцаря. Адаптируемость. Это у нас 9, которая... Да, здоровье Dark Souls — это, наверное, один из самых главных параметров, тем более для классов ближнего боя, поэтому... Я возьму рыцаря. И еще, конечно, я думал прокачивать как-то полностью силу, ловкость, то есть вообще не использовать магию, но потом подумал, все-таки довольно полезно иметь какие-то лечащие заклинания для классов ближнего боя. Поэтому, наверное, я буду еще веру прокачивать. Ну, в общем, посмотрим. А вот когда уже нищим буду играть, то, скорее всего, только силу, ловкость, ну и такие параметры. Итак, с классом определились. Теперь дар. Кольцо жизни. Вот я когда первый раз сыграл за мага, я его взял. Но это далеко не самый лучший вариант. Человеческая фигурка, ну так себе. Лекарства, да, могут особенно в начале пригодиться. Тем более для классов ближнего боя. Для мага я за всю игру практически никогда не использовал вот эти вот самоцветы жизни. Косточка возвращения, ну, их довольно много будет. Вообще, довольно полезная штука. Семя дерева гигантов, ну, сложно сказать. Может быть и полезная, но... Уголь вражды... Довольно редкая штука, насколько я знаю. По крайней мере, за то время, что я магом играл, я еще ни одного не встретил. И нечто окаменевшее, на первый взгляд, вообще непонятно, зачем оно надо, но... Наверное, это самое ценное, что можно взять, поэтому... Я возьму его. Ну что ж, внешность... Думаю... Не буду вас утомлять созданием внешности. Создам, уже после создания продолжу запись. Итак, внешний вид персонажа создан. Как-то так. В принципе, он, по-моему, не особо отличается от стандартного. Единственное, что это прическу я выбрал. Ну и можно начинать. People come here for the same reason, to break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance.
Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Да, бабки, конечно, те еще. Итак, что у нас есть? Нечто окаменевшее. Ну, для меня уже его назначение известно. А сначала, конечно, да, сначала сложно очень понять. 10 самоцветов по умолчанию, тоже хорошо. У нас за меч. Доспех сокольника. Перчатки сокольника, сапоги сокольника. Ну, в общем-то, и все. Больше у нас ничего нету. Загруженность 40%. This is a limbo, a link between Drangleic and the outer world. Fair traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. My name is Millibeth. The old women were once fire keepers. I am here to look after them. It is what my mother did, and her mother before her, and so on. Что стоит сказать, что тут зачастую стоит разговаривать с персонажами. Эти, конечно, толку от них мало будет, а вот другие, если долго с ними говорить, то они могут немало чего полезного или рассказать, или дать. The old women were keepers of the fire. But now the fire shows signs of fading. And the kingdom is beset by hollows. The old women are sisters. I am told there was a fourth. Long ago, fire keepers were commonplace. But now they are lost, scattered to the winds. The old women are sisters. Так, ну все. Тут уже повторение прошло. О да. Это все, что она может сказать. You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an impasse. But if your will is yet unbroken, then you may return here. To start again. With a clean slate. Начать с чистого листа, это, кстати, намек. Будет одна вещица. Now, go along, go along.
Now, go along. Да, какие-то старушки-тролли. Кстати, не знаю, зачем он нужен здесь, учитывая то, что предметы, которые персонаж носит с собой, ничего не весят, то толку от сундука особого нет. Ну и учитывая то, что при смерти вещи персонаж не теряет. Персонаж теряет души, но не вещи. Поэтому особого смысла в сундуке я не вижу. Ну, заклинания нам пока не нужны. Ага, и что стоит еще отметить, что я в первую часть Dark Souls... ну, можно сказать, вообще не играл. Точнее, я пробовал. Но, так как я первое начал это Dark Souls 2, поэтому Dark Souls 1 я пока что не играю. Пока не пройду второй. Ну, просто Dark Souls 2 у меня раньше появился, чем Dark Souls 1. И поэтому, соответственно, все, что было в Dark Souls 1, всего этого я не знаю. Так, возможно, нам стоит переставить... Блин. Удар правой рукой на правой кнопке мыши не очень удобно, конечно. Стоит, наверное, хотя ладно, хрен с ним, пусть так и будет. Можно, конечно, просто в левую руку его переставить. Ну ладно. Тут у нас место, откуда мы пришли. Ну попробуем с мечом пару крыс завалить. Хотя нет, все-таки, наверное, стоит. Или не стоит, ладно. Опа. Вот и началось. Вся стая на меня накинулась. Они еще и кровотечение могут вызвать. Воинам, конечно, непривычно. Так, что у нас тут? Есть кто-то еще? Вроде бы нету. Ну, тролля я пока опасаюсь валить. Скорее всего,
Ну, конечно, опытные игроки наверняка его завалят, но учитывая мои умения как воина, то шансов здесь мало будет. А умирать в начале как-то не очень хочется. Блин, все-таки неудобно. Сейчас я переставлю настройки. Итак, настройки я переставил. Теперь так, а правой рукой это левая кнопка мышки. Хоть и наоборот, но как-то привычный. Это магом там, в принципе, без разницы. Вот что еще плохо в Dark Souls, это то, что здесь вот такие вот тренировка, можно так сказать. Здесь управление, блин, консольное. Ё-моё. Так что толку от этих табличек игрокам PC-версии особого нету. Оу! Так, надо как-то... Обычная атака. Что еще? Нет, не то. Силовая. Да, как-то медлительно он мечом бьет. Ну, рывок это типа бег. Что если на бегу? Что если на бегу? Ух ты. Что если в прыжке? Не, так не подойдет. Ага, ну вот. Вот это что-то, удар после кувырка. А ну-ка, если... Если просто кувыркнуться. Ну да, можно и после обычного кувырка такой удар сделать. Так, а блок тут как-то есть вообще? Щитом я помню есть, а вот мечом... А, еще, кстати, есть там... По-моему, можно... Да, можно двумя руками его взять. Я думаю, так как щита у нас нету, то... Лучше двумя руками его держать. Ага, вот и блок. Двумя руками, если держать меч, можно блокировать. Правда, выносливости, возможно, больше расходуется. Хотя, нет, по-моему, столько же. А вон внизу еще одна такая крыса гигантская стоит. А ну-ка, что если подкрасться сзади, бэкстеп ему сделать? Ага, ну вот это оно и было. Место, конечно, такое... мрачноватое, но при этом запоминающееся. Вообще, все локации в Dark Souls, они такие, можно сказать, ну, запоминающиеся они все. Кинжал. Ну, кинжал неплохо, но так как у нас есть меч, то будет меч. Локация, вот каждая локация, она сделана как-то так по-особенному. Какая-то такая атмосферность довольно сильная. Я даже не знаю, редко когда в других играх такое можно встретить.
Так, блин, вот щита у нас нету. Таёк, макарёк. Да. Раз, два. Тут еще надо привыкнуть к управлению. Потому что если... Да, надо привыкнуть к этому. Сменить выбранное оружие. Ну, конечно, можно кинжал еще поставить, но... А, ну еще что стоит отметить. Тут у оружия есть прочность. Вот она, 48 из 60. И если она дойдет до нуля, то она сломается. Его можно будет подчинить у кузнеца. Но это еще надо кузнеца иметь. Лучше не доводить до поломки. Поэтому, если мой меч будет на грани поломки, вот тогда я уже возьму кинжал. Блин, а факел... Что у нас стоит? Факела что? А, не, есть факел у нас. Можно было бы, конечно, позажигать это все. Шаг назад. Да. Ну, наверное, это он. Опа. С мечом, это уже посерьезнее. Так. Этот тип. Оп. Воу. Вот так. Самоцвет жизни. Ну, полезно. За воином мы будем, наверное, часто их использовать. Кстати, что у нас... С характеристиками персонажа. Жизни 968. А сколько у нас? Так, меч 157 урона. Довольно-таки неплохо. Ну, камеру можно и мышкой перемещать в PC-версии. Вот здесь... Вот можно здесь, сюда, в эту штуку скинуть. Гладкие шелковистые камушки. Камушки. И вот это нечто окаменевшее. И они взамен дадут что-то полезное. Ну, там много всяких предметов. И вероятность разная. Но я пока... Ну, можно было бы, конечно, и сейчас это сделать. Но я хочу, наверное, достать сначала один предмет, который повышает вероятность выпадения полезных предметов. И уже потом это обменять. Кстати, монета тоже увеличивает удачу на время. Возможно, я возьму тот предмет сначала. Использую монету. И уже тогда... Обменяю все это. Ага, так, что тут еще есть? Вот можно туда спрыгнуть. Да, зажигать светильники можно. Сейчас мы, наверное, так и сделаем. Заодно и восстановим жизни.
крайней мере, здесь на аллее позажигаю. Все. Что стоит сказать, что у факела время ограничено, поэтому лучше его зря не расходовать. Он еще может пригодиться. Ну, по порядку пойдем теперь сюда. Ну, это мы уже сделали, двумя руками взяли. Кстати, вот эти штуки, по-моему, можно сломать. Ух ты, ёпта! Какой шустрый! Что у нас тут? Что-то темно так. Прыжок. Блин, конечно... Каждый раз, когда приходится через пропасти прыгать в Dark Souls, то это немного напрягает. Тем более в человеческой форме. Та йок макарек. Янтарная трава. Янтарная трава — это для мага. Так, теперь обратно. Тут еще лестница есть. Итак. Так, а в падении. Знать бы, как ее на клавиатуре сделать. С щитом, парирование, отражение удара. Но щита нет пока. Пробить защиту. Знать бы, как это на клавиатуре сделать. Ну, удар в падении, наверное, просто надо клацнуть на лету. Так, а там есть еще кто-то? Блин, там еще тип стоит. Ну, попробуем. О, хорош. Воу. Блин, вот эти удары рукой. Я как-то пока что не могу понять, как они происходят. Ага. Двойное нажатие на мышку. Это, наверное, что-то типа контратаки. Так. Да, надо разбираться. Атака в прыжке. Но это уже мы только что сделали. Треснувшая красная ока. Блин. Оно... ну, кому-то, может быть, оно и нравится, можно так сказать. Кто-то, может, его и использует постоянно, но я его ни разу еще не использовал. Как-то, не знаю, мне не очень нравится. По крайней мере, пока. ПВП. Гораздо больше нравится кооператив.
Зажечь бы тут факелы, но нечем. Так. Третий туман. Кстати, можно, в принципе, подлечиться было бы, но... Ладно. Здоровье и так вроде есть. Здесь место, блин, стрёмное, честно говоря. Я не знаю, как-то стрёмно мне туда прыгать. За мага я их отсюда расстрелял. А за воина как бы не убиться при падении. Поэтому я даже не знаю. Человечность терять не хочется. Кстати, где наша фигурка? Что за хрень? Нам вроде давали фигурку человеческую. Но я ее что-то здесь не наблюдаю. А, ну, наверное, мы же ее использовали для того, чтобы стать человеком. Ну, сюда я, наверное, пока не буду прыгать. Тем более вот этого типа в прыжке не получится убить. Там еще и лучник стоит, поэтому... Когда раздобуду лук, сверху их сниму и тогда уже туда спрыгну. Или хотя бы не лук, хотя бы... Ну, в общем, какое-то оружие дальнего боя. А сейчас... Пойдем дальше. Можно еще это зажечь. Чего-чего, а смерти там точно нет. Да, вот пейзаж, конечно, здесь запоминающийся. После темного такого места, солнце, притом закат или рассвет, непонятно, что именно это. Наверное, закат, если учитывать то, в каком состоянии тут мир. Блин, природа такая мертвая. Черный океан, еще и скалы какие-то. Короче, жесть. Единственное радостное тут это свет. Остальное все унылое. Ух ты, можно и туда спрыгнуть. Косточка возвращения. Ну, она тут... Я прыгал уже туда. Она там не понадобится. Можно, конечно, и вот туда сходить. Что у нас здесь? Ну, такая себе штуковина. Я ее, кстати, за всю игру магом ни разу не использовал. Может быть, когда-то она и пригодится. И вот оно, первое поселение. Маджула. Ну а сейчас я спрыгну туда, на тот уступ. Так, где он тут был?
во время игры за мага я вообще как-то его не заметил. Только уже очень через большое время. Довольно много я играл, только потом я из Маджулу увидел эту тропу. И пошел искать, как сюда пройти. Этот колокольчик клирика, я, блин, его, играя за мага, купил. А потом нашел. Получилось, что второй не нужен. Бинокль. Вот бинокль, блин, я довольно долгое время играл за мага без бинокля. Для мага это очень нужная штука. Ну, для воина он не пригодится, скорее всего. А вот Моргенштерн, который мы подобрали, вот это... Вот это уже пригодится. Кстати, что у него? Какие требования? 15 силы. Ну, пока что у нас не хватает силы. Ага, для колокольчика 10 веры. 15 силы. Силы у нас 11, веры у нас 6. Сначала силу будем повышать. Уже потом... Так, стойкость, адаптация. Ну, стойкость, наверное, стоит еще повысить. Итак, первую серию на этом мы, наверное, закончим. Она и так получится довольно длинной. И дальше мы уже начнем изучать это поселение и отправимся куда-то уже в бой, можно так сказать. Всем спасибо, что смотрите. Если, конечно, смотрите. И до встречи в следующей серии. Всем пока.